Всем привет! Сегодня вам покажу упражнение на носогубку. Сделаем несколько упражнений на лифтинг и на тонизацию, на укрепление мышц. Не забываем то, что перед началом массажа необходимо очистить кожу лица. Также наши ручки должны быть чистые. Берем наше массажное средство, растираем его. И первое упражнение у нас будем. Ставим наши ручки вот таким образом и разводим. Доводим до козелка уха и опускаемся вниз. Делаем 3 раза. Следующее упражнение. Подтягиваем и опускаем. Делаем таких 5 повторений. Три. Четыре. Пять. И с другой стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение. Ставим пальчик к крылу носа и делаем такие движения до угла рта. Шаг. Подтянули, шаг, подтянули, шаг, подтянули. И вниз. И с другой стороны. Шаг, подтянули. И следующее упражнение. Ставим ручку вот таким образом и делаем движение на тонизацию к скуловой косточке по направлению. И с другой стороны. И погладили. На этом наши упражнения закончены. До новых встреч!